Хей, йогай, с вами Шмики, и мы продолжим проходить игру по названию Friend Bow. В прошлой серии мы с вами сбежали из психушки через лабиринт и все такое. Теперь мы походу в каком-то лесу. Хорошо иметь уютное местечко для чего-то там. Дорогой, у тебя нет лапы. Хорошо, что нет кровотечения. Так это что? Написано Джентс. Понятия не имею почему. Так, ладно, перейдем в другую. Дерево, переходим дальше. Нихера себе, жучок. Вот это да. Какое большое насекомое. Или это свинья? Оно очень странное. А знаете, похоже на этих жуков, которых ты трогаешь, они типа заворачиваются. Глубок. Ничего себе, вы действительно большой муравей. Кто там? Вы настоящий? Простите, сэр, вы настоящий? Ты всегда спрашиваешь одно и то же. Всегда. Всегда? Что вы подразумеваете под всегда? Конечно, я настоящий. Откуда ты взялась? Я сбежала из психбольницы, но прошу, не говорите никому. Не скажу, не бойся. Что ты здесь делаешь? Так. Со мной произошли плохие вещи, сэр. Сейчас я ищу своего кота. Кот, говоришь? Кот, говоришь? Да, сэр, черный кот, с большими желтыми глазами. Полночь. Понятно, мне жаль, девочка. Значит, вы его не видели? Видимо, кота съели. Прожевали и проглотили. Съели? О чем вы? Черный кот, который перебегал здесь, я... пробегал здесь в спешке. Я поймал его и отдал своему жука-свину. Мой жук-свин голоден, бедняжка. Не ел суток. Время черники прошло, мы все еще и... Так, мы всю ее съели. Прекратите, мистер Полночь, единственный, кто у меня был... кто у меня остался. Пожалуйста, скажите, что вы шутите. Девочка, не плачь. Если хочешь, я могу тебе спеть. Что мне делать? Что теперь мне делать? Вы не знаете, кого это быть одному. Знаю, последний выживший. Позволь мне помочь тебе. Каким образом вы можете помочь мне? Знаешь, пища не переваривается так быстро. Возможно, он все еще жив. Что мне сделать? Вызвать рвоту жука-свина? Убей жука-свина. Он мой единственный друг, но мне нужно мясо. В смысле, мне интересно... Я могу, мне интересно. Убей жука-свина, он мой единственный друг. Интересно, мой котик все еще еще там? Давай, убей жука-свина, и я, величайший Антонио, буду есть мясо. Эй, ты свин, ты съел моего кота. Мистер Полночь, потерпи немного, не умирай. Я скоро тебя вытащу. Ох, птичка. Что это за птица? Ты похожа на сову, это так? У тебя красивая... У тебя красивые перья. Что ты за птица? А, там ежик пробежал, да. Топор, я думаю, нам нужно стоит его взять. Ого. Грозный топор, я буду воином и спасу что-то там. Не, ну убить это легко, знаете. Может, что-то я могу найти. Взаим пилюльки. Что это за дух? Проклятое любопытство, чтоб его. Мне нравится любопытство, иначе как узнать, что это что-то новое? Так, в любом случае, что вы такое? Что вы такое? Вы чудные? Что? Ты веришь? Ты верный вопрос, но почему бы был бы более уместный? У меня нет времени болтать, сэр. Мне нужен ключ и все. Этот ключ и не наш. И уж точно не твой. Хорошо иметь лишний ключ, особенно когда ты что-то замышляешь. Нам все равно, мы тебя не узнаем. Мы тебя не знаем.
Вы очень честными, мне это нравится. Я человек, Френ. Рада знакомству. Интересно. Расскажи еще. У меня есть кот. Точнее, был. Он пропал, и я должна его найти. Правда? Да, правда. Прошу, дайте мне ключ. Слушай, человек Френ, ты... Мы прибыли с юга, как всегда летали. Вы летающие бошки? Одному из нас стало любопытно этот ключ, и мы все здесь застряли. Мы не можем освободиться из-за своих длинных волос. Так. У вас длинные волосы. Могу я помочь? Вы тоже любопытны? Я могу вам помочь? Мы часто застреваем в деревьях, но у нас есть то, что нам поможет. Красивый гребень, чтобы расчесывать наши волосы. Хорошо, сделайте это. А, есть проблема. Гадкий вор забрал гребень. Теперь мы застряли тут навсегда. Если ты найдешь вора и гребень, ты получишь ключ, хорошо? Хорошо, но как он выглядит? Это гладкий, самовлюбленный крыс. Он забрал наш гребень. А, я думал, они насчет того, как выглядит сам ключ. Мы не смогли ничего сделать, и он убежал. Пожалуйста, найди его и освободи нас. А я постараюсь. Мы будем здесь ждать. Окей. Так, все, валим отсюда. А это просто камень, хорошо. Колодец. Надо открыть его и посмотреть, что внутри. Соруди вход. Соруди вход. Но как? Но у нас есть топор. О, перо. А перо. Щекотки. Оставлю его себе. Так, изучить. Перо, которое... Так, потеряла сова. Щекотки. Это обман. Здесь нет отверстия. Ну, у нас тогда больше ничего не остается, только убить его. А хотя... Не хочу его сейчас беспокоить. Он не работает. А у нас только такое остается. А, убежал свин. Черт. А, побежали за свином. Эй, ты свин, это ты сделал моего кота? Да ладно, не убегай. Я что, за тобой бегать буду? Не, ну это вы серьезно, я типа буду за ним бегать туда-сюда. Окей. Проснитесь, свинья не стоит на месте. Ладно, использовать. Щекочу. Опасность велика. Велика угроза. Проснитесь. Сэр, проснитесь. Жука свиной не нравится, что его хотят убить. Понимаю, но это совершенно нормально, разве нет? Да, но что мне тогда делать? Если нужно дать... Так, ему нужно дать особые ягоды. Чернику. Понятно. Где мне искать эти ягоды? Я не должен тебе говорить, но у меня есть нужные связи. Они живут в моем доме, у них есть черника. Мой дом в том направлении, будь осторожным. Спасибо, сэр. Ладно, погнали. Рекам. Домик. Большой домик. Должно быть, это дом муравья. Шишка. Здравствуйте, есть кто дома?
Поганка. Грибы. Ладно, тогда в виде этого смотрим. Бип-бип. Смотри, Френ, я в опасности. Найди меня живым, найди меня мертвым. Бип-бип. Найди меня однажды в золотой клетке. Золотая клетка, хорошо. Ух ты, какой большой муравейник. Так, ну, думаю, сломать я... Ух, нет, я сломала дверь, но теперь я смогу войти. Дверная ручка для решения проблемы. Оставлю ее. Ручка двери большого муравейника. Теперь она моя. Королева мяса. Ого. Ух ты, королева муравьев. Не видела ничего подобного. Порнография, порнография, ребята. Что это такое? Что это? Кальсоны? Они хорошо пахнут. Дедушкиным мылом. Получается, большой муравей был голым? Так, я должна брать чужие вещи, но мне нужны суперклеи. Я не могу брать вещи. Тихо, сразу объединяем. О, немного клея и ручка. И ручку, и куда мне ее прикрепить? Может, нам потом пригодится? Странно, я думала, это что муравьи не готовят себе еду. Даже если бы я захотела взять мясо, я не могу дотянуться. Ладно, нам нужна какая-то палка. Людишки-шишки. Малыш Шишка, ха-ха, как мило. Уебали малыша. Шишка падает всегда. Ничего себе, вы очень редкие. Сэр, вы очень злой. У вас славная семья, сэр Шишка. Но вы очень страшный. Не бойтесь, мне нужно только ягоды. Черника. Ай, больно. Ты что, херел? Я что? Даже если это сработает, я не знаю, что делать. Окей, тогда нам нужно что придумать. Юзаем пилюли. Ау. Боже мой, борец с жуками. Он мертв. Сэр, на вас куча муравьев. Кажется, они пытаются украсть вашу сумку. Окей. Мне нужен тогда кусок мяса. Так, а топор мне остался. Так, я достаточно много, чтобы найти другое решение. Ага, другое решение. Хотела бы я отдохнуть с котиком на этой кровати, но мне кажется, что под одеялом живут множество существ. Всякие жуки, которые хотят съесть мой мозг. Окей, а что нам тогда приходится делать? Привет. Так, а мы здесь были с пилюльками? Ну, давайте вернемся, поговорим, может, нам... Ты достал особые ягоды? Я не могу их забрать. Они не позволили мне забрать их. Они иногда не позволяют. Может быть, легче, если ты одного поймаешь? Ага, хорошо. Если я одного поймаю... Чем? Подожди, сооруди вход. Может, вход имеется в виду, если вот так сделаю? Это нельзя сделать. А где ж мне тогда искать этот гребень? Ягоды, ягоды, ягоды. Мне только мясо, получается, нужно достать. А я мясо достать не могу. Ручки маленькие.
Что это забыл? Так, помыть ки... Подожди, а если... Я просто думал взять мясо, накинуть на муравьев. Или я так могу достать? Я не стану брать сумку, только не с этими муравьями. Да, в принципе, о чем я и говорил. Ага, а как мне тогда ловить его? У нас не так много вещей в сумке. Банать, я мог бы просто залезть, оказывается. Всё. Он бы не был против, если бы я взяла мясо для голодающих. Так, мясо использовать, накинуть. Так. А, тю. Муравьев. Так, сработало, теперь сумка моя. Эта сумка — знак борца с жуками. Сумка открыта. О, крысоловка и какая-то визитка. Крысоловка нужна, чтобы осторожно и не... Ага, я могу ловушку сделать, хорошо. Дезинсектор. Текст почти исчез. И там номер есть. 714-21-725. Ладно, возвращаемся. Так, шишки. Попался. Простите, сэр, мне очень нужны ягоды. Почему я не мог? А, все, она заметила. Да-да, я достала их. Они вкусно пахнут. Изучить. Особая черника для жука-свина. Теперь я смогу убить его. В смысле, у меня дверь просто захлопнула? Ох, нет. Они закрыли дверь. Жук! Я могу... А, не, не могу. Показалось. Ладно. Использовать. Эй, ты свин. Ты сел моего кота. О, все, он заснул. Бац, бац. Мистер Полночь. А теперь потерпи немного, не умирай. Почему я не могу использовать, эй? Может, не нужно? Блин, он такой миленький. Ягодки кушает. Крыса? Что? Ты не мой кот. Мисс, вы спасли меня от страданий. Рада за тебя, но я не надеялась найти кое-кого другого. Полагаю, вы разочарованы. Кого вы ищете? Кота. Своего любимого кота, мистер Полноча. Мисс, понимаете, я не очень люблю котов. Черный, с большими желтыми глазами, пытался поймать меня. Правда? Ты часто попадаешь в беду, но... Может, это был мой кот? Ох, моя леди, если я то... Так, если это так, тогда он в беде. Почему? Что произошло? Я могу показать, следуйте за мной. Здесь недалеко. Да я, слышу, а расческа... Расческа у крысы... Вот это место. Кто-то забрал его, мисс. Они просто исчезли. Боже мой, ты можешь рассказать конкретнее? Жаль, но не могу. Казалось, будто земля из... Так. Будто земля их проглотила. Если я еще могу чем-то помочь, дайте мне знать. Я буду поблизости. Ты можешь... Прости, это ты украл гребень для волос? Гребень для волос? Блестящий и красивый? А можно его мне, пожалуйста? Хорошо, но сначала вы причешете мою шерстку. Да, я могу причесать вас. Причесать тебя. Спасибо, моя леди. Вы очень добры. Охренеть, у нас теперь есть гребешок. Шок, 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 это шок. Все, погнали. Ага, тихо, таблетки. Так, все, вот ваш гребень. Так, изучить. Блестящий гребень, делающий всех красивее. Использовать. Вот ваш прекрасный гребень, господа. Такое лицо, значит, радостное.
Ах, человек, по имени Френ, ты сделала это. Они превратились в мотыльков? Ну как, стрекозы, да? Надеемся, ключ откроет нужную дверь. Теперь мы полетим на юг. Прощай. Вау. Чудесно. Прощайте, господа. Приятного путешествия. Так, а ключ у меня. Включить. Золотой ключ с дерева. С дерева? Погнали там, где этот был у нас. Ой, немножко крыс умер. Крыс? А кто сделал это с тобой? Мой котик. Мой котик? Так, все. Теперь я могу сюда использовать? Ничего, конечно. О чем я думала? Так, учить, объединить. Нет. Золотой ключ с дерева. Нарисовать, точно. Даже не буду пытаться, почему. Соруди вход. Соруди вход, ну как? Я тебе сказал, как. Кстати, а если... Если использовать... Так, пробовать что-то хорошо, но сейчас от этого никакого пользы. Это нельзя сделать. Это обман, здесь нет отверстия. Я бы нарисовал фот. Ого, а что мне тогда делать? Тут нарисовать, что ли? У тебя есть идея, как найти моего котика? Как сказать, моей леди? Вы повсюду его искали. Конечно. Но, видимо, что бы я ни делала, все идет не так. Моя дорогая мисс, хотел бы я вам помочь. Ну, кажется, те, кто забрал вашего кота из другого мира. Возможно, у них есть порталы, которые никто не видел. Кто знает? Что такое портал? Портал? Что такое портал? Портал, мисс. Он как обычная дверь, я думаю. Понятно. Спасибо, крыс. Пока. Теперь, скорее всего, она поняла, да, что это. Поэтому давайте мы нарисуем. Или нет. Здесь должны быть мысли. Иначе я бы тут не стояла. Нарисуй дверь. Я заюзаю ключ. Ч-ч-ч-ч-ч. И мы пойдем. А так я застрял. Или мне нужно было не рубить, а? Торпеби-бип, смотри, Фран, я в опасности. Использовать. Даже если это сработает, я не знаю, что делать. А, можно дверь починить, точно. Или нет? Я достаточно умная, чтобы найти другое решение. Как мне решить? Мне сначала понять нужно, что делать. Ох, нет, они закрыли дверь. Ага, стоять. А если я сделаю вот как? Вернусь обратно к муравью. Жукосвин мертв, сэр. Спасибо. Теперь мы будем есть. Там был крыс. Не могу. Чтобы вы знали, внутри жукосвина не было кота. Там была крыса. Крыс? Прости, я очень плохо вижу. У меня также проблемы с сердцем и больная спина. Также я страдаю от нарколепсии. Иногда я... засыпаем. Использовать. Даже если это сработает, я не знаю для чего. Я достаточно... А что мне делать тогда? По сути, мне нужно нарисовать портал. Но она не хочет рисовать его. Использовать.
Использовать. Использовать. Использовать. Почему ты этого сделать не можешь? Потому что я сломал, да, это? Доски? Кажется, рели я из-за того, что сломал, все. GG. А, вот кусок двери, что ли. Я бы смогла из этого что-нибудь сделать, похожее на дверь. Да, сейчас сделаем дверь все-таки. Я думал, двери нужно нарисовать. Использовать, прицепить. Я должна сделать настоящую дверь, прежде чем пытаться. Использовать. Нет. Объединить. А, то есть ты имеешь в виду объединить с этим. Использовать. Готово. Очень странно. Собственно, двери заперта. Тьфу. Используем ключ. Работало. Ура. А какая забавная маленькая дверь. Интересно, куда это меня приведет? Мистер Полночь, ты здесь? Глава 2, часть 2. Раздвоение личности. Боже, где я? Что это? Шляпа? Полночь? Ох, нет! Твоя голова, котик! Секунду, это не мой котик. Какая странная шляпа. Мне нужно найти своего котика. Надеюсь, он где-то здесь. Короче, давайте мы на этом закончим. Следующую серию продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.